Приоралье начался сезон активности клещей. Укусом опасных насекомых в этом году уже подверглись около 100 человек. Очки обитания переносчиков конго-крымской геморрагической лихорадки выявлены в 123 населенных пунктах региона. На мероприятия против эпидемии и создание безопасного пояса вокруг зараженных сел в этом году область потратит 214 миллионов тенге. За ходом работ наблюдала моя коллега Райхан Тажибаева. Большая часть природных очагов обитания эксотовых клещей расположены в южных районах области, к примеру, уже на Курганском. В зоне риска здесь оказались 20 сел. Вакцинация животных и дезинфекция скотных дворов началась вовремя. В этом году мы используем новый препарат Креолин-Икс для того, чтобы насекомые не привыкали к старым препаратам. Технология, которую мы применяем, позволяет нашим препаратам попасть в труднодоступные места. Борьба с клещами в регионе идет с переменным успехом. В прошлый эпидсезон ареал их обитания вырос почти на 30%. В прошлом году на начало весенней противоклещевой кампании было выявлено 127 зараженных населенных пунктов. Позже еще 37. Сейчас в зоне риска 123 населенных пункта. В южных районах противоэпидемиологические мероприятия стартовали вовремя. Позже начнутся и в северных. Средства и медикаменты в достатке. К активации опасных насекомых мы готовы. В прошлом году нападению опасных насекомых подверглись 1105 жителей области. Пострадало 13 человек. Четверо из них были инфицированы вирусом конго-крымской геморрагической лихорадки. Один с летальным исходом. В эти дни зарегистрировано около 100 случаев. Ни один из пострадавших не инфицирован. Райхан Ташбаев, Альхайдар Турлханов, Кызылординская область, Хабар 24.